открыл темпл. В чем проблема? Я темпл открыл не полностью. Видите, у меня верхушка от заатля не открыта. Хреново я, конечно, его открыл. Я просто не разбираюсь, потому... Красивый портал, да? Потому я достаточно дерьмовый его открыл. Ачивочка. Прикольная лига, с нее много лута падает, она лутная. Мне вот это нравится. Лутная лига. Играю минером. С арком. Арк мины. Интересно, какой уровень сейчас будет от заатля. Я прошел уже первую лабу. По идее, у меня нормально все с уроном. Вот эта девочка, она в каждой локации прокает. Прикольно. То есть не надо за ней гоняться или еще что-то. На букву В. Темпл. Видите, у меня некоторые комнаты даже не открыты. Вот. Верхушка не открыта. Вот. Первую лабу прошел. Взял на блайнд. Видите, эта девочка за мной бежит. Очень хороший урон. Хотите рофл? 17 уровень локации, а у меня 35. Ну ладно. Странно. Ладно, не хочу скипать. Это, кстати, странно очень. 17 уровень локации. Интересно. Потому что я на низком уровне выполнял, видимо, испытания, чтобы открыть эту фигню. Ага, Адзатль. Ну что ж, ладно. Хотя бы лучше. Лайтнинг трапами играл. Лайтнинг трапами. Потом минами. Лайтнинг трапы мне не понравились, они слабые. Оп. Что-то мне не нравится. Офигеть. Да, походу, осторожнее надо быть. Кайф был бы, если бы сейчас рипнулся, конечно. Я бы поржал. Где мой лут вообще? Я не туда пошел. Комната с лутом в другом месте. Черт, тут ловушки. Фигово. Вот. Тут контейнеры с гемами должны быть. Где мои контейнеры с гемами? Постой. Да, контейнеры с гемами. Нифига себе. А еще можно? Очень мне нравится, очень дамажно. Много урона. Оп, босс. Я достаточно хреново, правда, сделал. То есть достаточно хреновый отсатель себе запилил. Ну. Это ладно. По незнанию просто в первый раз. Вот надо вот сюда. Contains chests full of items. Полные сундуки с лутом. Кстати, я только сейчас заметил, тут рарити увеличенная.
видите, тут... Да, тут рарити увеличены. Мобы здоровья регенят. Не дотянусь до тех мобов. Ну что, где мой лут? Если честно, я больше лута хотел. Ну, фиговый храм, да. Я признаю, фиговый храм себе сделал. Видите, вот эти двери вроде взорвать можно. Но у меня динамита нет. По-моему, тут динамит можно откуда-то брать. Того обратно. Там, по идее, еще лут должен быть в той локации, где я сейчас был. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Мне кажется, там еще что-то должно быть. Терпеть не могу ловушки. Черт, они кровотечение накидывают. Гемкутер с воркшоп. Вот тут должны быть ящики с гемами. Где они, кстати? Мои ящики с гемами. Черт, все что ли, ни хрена больше нет. Ладно, пусть пойдем дальше. Критов пока у меня нет, типа еще рано для критов. Лига мне нравится, да, как я сказал, очень хорошая. Если еще научиться нормально комнаты делать. Ну, такое себе, не знаю. Чё-то не особо я нажился. По крайней мере, я просто фармлю, типа, не знаю. Если еще сделать нормального уровня, то уровень мобов очень низкий.
Лейтнинг трапы слабые, как я сказал. Лейтнинг трапы что-то слабые. Вроде ловушки усилили. А трапы такие же остались. Ладно, вот как-то так. Блять, красивый портал. Только у меня не такой на самом деле. Видите, надо инкуржены делать. Инкуржены делаешь, и открывается вот темпл. Ну что, надеюсь, в следующий раз получше получится темпл. Как-то так.